Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и я сегодня с долгожданным обзором. Вы про него всегда постоянно спрашиваете, кто уже знает, что эти ниточки приехали, а именно про пряжу Бамбук Джаз от Фибра Натура. Также в данном видео расскажу, какие приехали новые бирочки и новые цвета пуха норки для весенних шапочек. Так, давайте начнем с бирочек. У нас раньше были только силиконовые бирочки, теперь появились в продаже бирочки из натуральной кожи. Силиконовые, прозрачные, раньше были только черные, теперь еще есть золотистые и серебристые. Это просто прелесть. Смотрите, какие. Они подходят не только для шапок, но и для любых вязаных изделий, джемперов, кардиганов. Они, на мой взгляд, очень украшают, как бы изделия сказать. Смотрите, золотая бирка, как смотрится. Просто супер. Вот серебряная. Кнопочки у них такие увеличенные, большенькие. И серебристые, серебристый цвет такой красивый, красивый, блестящий. Вот так вот белая бирочка смотрится с сердечком. Бирочки идут, смотрите, двусторонние, потому что шапочка может быть как с отворотом, так и без. Если она с отворотом прямо смотрится, да, сердечко не повернуто, то если шапка будет без отворота, и вы ее оденете, то, смотрите, сердечко будет перевернутое. Поэтому она двусторонняя, вам нужно просто отверточкой открутить болтик и ее переставить, и все. И смотря, ну, в зависимости, да, с отворотом шапка или без. Розовые вот, такие вот коричневые с золотом красивые и handmade. Есть коричневый handmade и есть так розовый. Сейчас еще покажу, как есть. И вот такой вот розовый handmade есть. Все, бирочки показала. Теперь давайте покажу новые цвета пуха норки. Как раз подойдут для весенних шапочек и кардиганов. Смотрите, какие яркие, красивые. Вот этот вот цвет, он раньше у меня был 829, потом я что-то забыла его заказать, а заказывать пух норки очень долго ждать. Вот он появился, кто ждал. Смотрите, какой красивый желтый, вот прям настоящий желтый цвет. 824. Даже если соединить два цвета в джемпер, смотрите, как нарядно будет. 817, 826, синий. Вот все цвета, как есть, они также и передаются. 828, фиолетовый такой 808. И смотрите, какой яркий для девочек, розовый. 806. Цветов на сайте очень-очень много, а вот еще один. 818. Это просто новые, которых не было. Приехали, я вам показала. А так выбирайте, их очень много. Итак, давайте перейдем к обзору летней пряжи Бамбук Джаз. Пряжа. Я из нее ни разу не вязала. Я связала только образец и забыла, распустила его, забыла вам показать, как она у меня приехала. Пряжа приехала давненько уже. Обзор делаю только сейчас. Здесь состав идет у нас 50%. Хлопок 50% бамбук, 132,5 метра, это в 50 граммах. Нитка очень тактильно приятная, прям очень вяжется, что-то наподобие вот как шелк. Знаете, образец свяжешь, и вот так его потрясешь, и он так волнами струится. Вот он именно так вяжется. Полотно получается очень-очень ровное, петельки ложатся одна к другой, потому что ниточка, она сама такая по себе круглая, ровненькая, так получается. И оно что-то типа небольшого меланжевого эффекта имеет. Нитка в работе мне прям зашла на ура. Серьезно могу рекомендовать от души. Подойдет для летних джемперочков, легких кардиганов на пуговичках. Только таких пуговики пластмассовые легкие, потому что ниточка такая легкая. Маечек, топов, как деткам, так и взрослым. Даже, вы знаете, мужчинам можно связать легкие джемпера. Вот, к примеру, если выбрать вот такие вот цвета. Мне кажется, получится просто замечательно. Тут даже узора можно не придумывать. Из-за того, что она вот такая меланжевая, она красиво ложится. Из-за того, что она сама по себе очень ровно ложится в полотно, можно вязать даже просто лицевой гладью. Что маечки, что джемпера, что кардиганы. Так, давайте перейдем к обзору цветов. Потому что на сайте бывает, что
На фотографиях не так совсем цвета получаются. Вот я поэтому вам показываю цвет 228. Желтый. 213. Такой красиво сиренево-фиолетовый. 230. Темно-серо-фиолетовый, наверное. 229. Пока все цвета передаются так же, как они есть в жизни. Это такой песочный натуральный цвет. 210. Красный цвет. 204. Вот это вот настоящий натуральный красный цвет. Такой светло-оранжевый, рыжий. Светло-рыженький. Вот их несколько оттенков. Сейчас покажу. 225-й. Вот такой вот. 226-й. И 234-й. Вот они все. Оттеночки. Оранжевый такой апельсин. 235-й. Чисто-чисто белый. Вот он реально белый. Вот бывают у многих фирм белые. Они как молочные. Вот этот как белый идет. 201. Зелень цвет. 209. Вот это вот можно для мужчин оттенки, кстати. Все подойдут. Смотрите, какие хорошие. Для мужских легких джемперовчиков на лето. Цвет 221. Черный 212. 220-й, 224-й. Такая вот пудра очень красивая. Так, этот цвет у нас 216-й. Такой насыщенно-голубой, 207-й. Сирень, смотрите, какая красивая. 205-й. Это я даже не знаю, как цвет назвать, но он точно такой же, как здесь на картинке. Как вы видите. 223-й. Это молочный. 202-й. Такой вот ярко-розовый, розово-коралловый, наверное, я бы его назвала. 203-й. Так, следующую партию. Голубой, 218-й, 222-й, это, наверное, пыльная роза. Вот он, кстати, похож очень, вот как шапка, да, цвета похожи, такой вот, только чуть-чуть потемнее. Это такая очень-очень светлая мята, 233-й. Двести четырнадцатый. Это, наверное, светло-салатовый. 208-й. 232-й. 231-й. Так, это 217-й. Все, все цвета показала. Вот этот. Да, этот тоже показывала. Цветов очень-очень много. Все они настолько красивые. Еще хотела вам показать. Вот, кстати, вижу себе шапочку из норки с королевскими пайетками. Вот здесь вот у меня еще... Я вязала, но пока, видите, те, что остались, их потом тоже надо вытащить на изнаночную сторону. И вот эти вот дырочки, они все закроются в вязаном полотне. Вяжу шапочку на весну. Вот как вариант вы тоже можете. Пух норки и королевские пайетки имеются в продаже. Вот как вам вариант. Хорошая, красивая шапка. После стирки она распушится, все петельки разгладятся. Получится, мне кажется, вполне достойный вариант. На этом у меня все. Ссылочку на сайт оставлю под видео. Там найдете, если сразу же Bamboo Jazz не откроется, там будет фирма Fibronatura. Вы заходите в нее. Там есть папирус пряжа, которую недавно также вам показывала, делала обзор. Она вам, смотрю, очень понравилась. Ее уже мало осталось, все раскупили. Донна мериносик там есть, еще немножко осталось. Тоже очень хорошие на весенние комплектики, шапки, снуды, косынки, варежки, на все что угодно можете взять. Кстати, недорого, 235 рублей для 100% мериноса. Это очень-очень хорошая цена.
Итак, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока.